Вопросы медикам теперь можно задать в режиме онлайн. В группах городской больницы в социальных сетях начала действовать рубрика «О наболевшем. Вопрос специалисту». Каждую неделю врачи разных специальностей отвечают горожанам и проводят консультации по темам, касающихся их здоровья. Рубрика стартовала на прошлой неделе. Тогда поступали вопросы врачам хирургического отделения. По словам хирурга Рустама Ефремова, такая рубрика позволяет оказать значительную помощь населению. Очень много пациентов не знают, да, к какому обратиться врачу, именно даже касаясь хирургической специальности. То есть это нужен или онколог, или травматолог, или хирург. Часто очень даже и в регистратуре люди путаются. Поэтому действительно это, я думаю, хорошая помощь в данном обращении, чтобы пациенты лишнее время не стояли ни к тому специалисту. Новая рубрика позволяет не только разобраться, к какому специалисту нужно обратиться пациенту, но и получить необходимые рекомендации. Не вся информация, найденная на просторах сети, является правдивой. Ответы, получаемые пациентами больницы, всегда оставляют профессионалы. К тому же такой способ общения с пациентами достаточно удобен. Многие жители стесняются позвонить или прийти, или нету времени. А в социальной сети сейчас у нас все сидят, и это очень удобно, комфортно, и в быстром времени могут получить ответ на свой вопрос. На этой неделе прием обращений ведет врач-онколог Елена Куликова. Ответы, получаемые пациентом, носят рекомендательный характер. По итогам обращения можно понять, необходимо ли пациенту записываться на прием к врачу. По словам Елены Куликовой, раннее обращение к онкологу позволяет предотвратить нежелательные последствия. Чем ранее выявление этого заболевания, всегда происходит успешное выздоровление человека. То есть первая-вторая стадия приводит к тому, что человек может полностью выздороветь от этого заболевания. В субботу в больнице пройдет день онкологической безопасности. 21 июля с 8 до 12 часов будет принимать врач-онколог. Талон необходимо взять в регистратуре непосредственно в день обращения. По статистике городской больницы, с начала этого года онкологические заболевания выявлены у 28 жителей города. Эдуард Хажев, Денис Вельков, новости Губкинского.